В связи с введением новых правил вывоза мусора в администрации Ленинского района состоялась встреча с представителями садовых товариществ, которым рассказали, по какой схеме теперь им предстоит сотрудничать с единым региональным оператором. Выбран он был по результатам открытого конкурса. Теперь все твердые отходы с территории муниципалитета будет вывозить Каширский региональный оператор. Нам необходимо всем юридическим лицам, я сейчас про СНТ и непосредственно, да, необходимо заключить договор на вывоз мусора. Что для этого нужно сделать? Необходимо либо зайти на сайт Каширский региональный оператор, взять контакты можно у Каширского регионального оператора, заполнить заявку на заключение договора на вывоз мусора. Тариф у нас на сегодняшний момент уже утвержден касаемо СНТ. С 1 января каждое садовое некоммерческое товарищество должно будет заключить с региональным оператором договор, в котором будет прописан единый тариф компании и нормы накопления для каждого участка. Согласно по распоряжению Минэкологии, утверждены единые нормы накопления. Для СНТ это 0,76 кубометров на одного члена. Это годовой норматив. Также у нас есть единый тариф регионального оператора, который составляет 875 рублей 93 копейки. Это вывоз столько стоит. Как мы считаем, сколько будет стоить вывоз для СНТ? Умножаем норматив на количество участков, на единый тариф. Получаем тем самым годовой норматив и делим его на 12. Региональный оператор будет вывозить мусор по двухконтейнерной системе, которая вводится также с 1 января на территории всего Подмосковья. Синие и серые баки для сухих и смешанных отходов уже закуплены в полном объеме.